мне кажется, здесь не против народа России. Это против определенных вот, лиц, которые они олигархи или имеющие политические силы и влияние. Мне кажется, что эти санкции сделаны однозначно не для обычного левого гражданина, который спокойно проживает свою скромную жизнь, а тот, и на него обрушиваются санкции. Мне кажется, подобные санкции сделаны именно для тех людей, которые много раз нарушили закон. Санкции могут коснуться и простых граждан тоже. Вот, я не знаю, какие крайне это было бы нежелательно, но я считаю, что это такие мелкие какие-то пакости. Вот, я считаю, что надо, если уже, так сказать, есть какое-то противостояние, надо все-таки в честной борьбе решать все, а не вот так вот. Это, ну, подло это просто.